В январе прошлого года жительница Англии по имени Джейн Харпер выгуливала свою собаку возле реки Трент, как вдруг заметила что-то странное в воде. Приблизившись, она была в шоке, там торчала мордочка полуживой овчарки. Та была привязана к чему-то тяжелому, и было ясно, что ее оставили умирать. Вместе с хозяином другой собаки женщина вытащила овчарку на берег и срочно связалась с центром спасения RSPCA. Собака геройски выжила в ледяной воде, но была в печальном состоянии. Кроме того, у нее нашли много проблем со здоровьем, которые тут же начали лечить. Позже оказалось, что 11-летнюю овчарку зовут Белла. Спасатели вышли на ее хозяйку 32-летнюю Шарлин Латом. После допроса женщина призналась, что ее партнер намеренно утопил собаку, хотя, по ее словам, она пыталась его отговорить. Несмотря на это, женщину приговорили к году общественных работ, а также выписали штраф на 300 британских фунтов стерлингов. Белла прошла большой путь реабилитации, команда центра спасения делала все для того, чтобы она скорее поправилась. Лишь через 15 месяцев лечения собака восстановилась, научилась доверять людям, и для нее начали подыскивать хозяев. К тому моменту о Белле рассказали в местных новостях, где ее увидела пожилая семейная пара Мэгги и Чарли Дуглас. Пара была в шоке, узнав, что случилось с собакой. Они понимали, что Белла пожилая, и ей необходим должный уход и визиты к ветеринару из-за определенных проблем со здоровьем, но они были готовы подарить ей свою любовь. Сейчас эта собачка живет с любящими людьми, она окружена заботой, и ее больше никогда не обидят. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.